Всем привет! Сегодня мы подключим к компьютеру велотренажер и погоняем на нем в каком-нибудь автосимуляторе. Приятной поездки! Поверните налево. На кольце третий съезд. Сейчас съедьте. Двигайтесь прямо. Затем поверните направо. Поверните направо. Мы прибыли. Давайте вкратце разберем работу. Плата Arduino Micro запрограммирована как двухосевой джойстик с 15 кнопками. 7 кнопок у нас находится непосредственно на станине велотренажера. И 8 кнопок у нас находится на руле.
Одна из кнопок предназначена для настройки. В качестве расширителя портов применена плата Arduino Nano. Соединены платы между собой по протоколу SPI. Ось X – это ось руля. Ее значение отображается на дисплее. Соответственно, если мы будем поворачивать руль, то значение у нас будет меняться от минус 100 до плюс 100. В руле используется потенциометр, поэтому больше из него выжать, к сожалению, ничего не получится. Для старых игр этого более чем достаточно, и поэтому можно отрегулировать устройство таким образом, что весь руль у нас будет как бы в руле. То есть мы можем поворачивать руль от минус 100 до плюс 100 и играть в игры в старые. В игре, которую я демонстрировал в видео, угол поворота руля составляет 900 градусов. То есть это целых 2,5 оборота. Разумеется, что затолкать 2,5 оборота в полоборота не получится. Поэтому здесь есть потенциометр, с помощью которого можно адаптировать этот руль к современным играм. А для поворота в данном случае будут использоваться вот эти вот подруливающие лепестки, которые были у этого руля. И таким образом мы можем повернуть руль на 100 градусов с помощью руля. И нажав на этот лепесток, мы поворачиваем до 450 градусов. Как показала практика, на дороге, в принципе, угла 100 градусов вполне достаточно, чтобы комфортно ехать. А большие углы поворота руля нужны исключительно для того, чтобы разворачиваться, либо совершать какие-то ограниченные маневры на тех же базах. Ось Y — это у нас ось газа-тормоза. Она тоже выведена на дисплей. И она у нас привязана к педалям. То есть, чем быстрее мы будем вращать педали, тем больше у нас будет значение по оси Y. Соответственно, мы будем либо тормозить, либо ускоряться. Максимальная скорость вращения педали регулируется с помощью этого потенциометра. То есть с помощью этого потенциометра можно крутить педали медленно, а ехать быстро. Либо наоборот, для того, чтобы ехать быстро, педали нужно будет крутить с большой скоростью. Два светодиода у нас подображают работу датчиков Холла. Если нажать на кнопку настройки, у нас уходит настроечное меню. И здесь отображаются часики. Здесь показывается время с того момента, когда мы включили велотренажер к компьютеру. Соответственно, время здесь можно сбросить, нажав две кнопки на руле одновременно. Иногда такой импровизированный секундомер может оказаться не лишним, если мы играем в автосимуляторы, где у нас задания привязаны с доставкой по времени. Ну и также с помощью этих часов можно узнать, сколько времени мы провели на велотренажере. Для определения направления и скорости вращения педали используются два двухполярных цифровых датчика Холла. Как работают такие датчики? Если мы поднесем к нему магнит одним полюсом, то у нас будет логическая единица. Если мы поднесем к данному датчику магнит другим полюсом, то у нас будет логический ноль. Если мы на одну пластину установим два магнита с разными полюсами, то когда у нас будет идти направление движения в одну сторону, то у нас сначала этот датчик изменит свое логическое состояние, а потом этот датчик. Соответственно, если мы потащим пластину с магнитами обратно, то у нас сначала свое состояние изменит этот датчик, а потом изменит этот датчик. Мы можем, измеряя интервал времени, когда у нас проходят магниты, определить скорость вращения. А в зависимости от того, какой из датчиков у нас будет срабатывать первым, мы сможем определить направление вращения. Неодимовые магниты я закрепил на шкиве, на котором крепятся педали, с помощью суперклея. Всего у меня получилось 18 пар магнитов, то есть мне потребовалось 36 штук. Магниты прицеплены разноименными полюсами. То есть северный-южный, северный-южный, северный-южный. Благодаря этому мы получаем вот такую определенную форму сигнала. То есть, вращая педали вперед, у нас сначала загорается красный свет, идет потом зеленый, потом красный гаснет, потом гаснет зеленый. Красный, зеленый, красный, зеленый. Если мы будем вращать педали в противоположную сторону, у нас сначала загорится зеленый, потом красный, потом зеленый погаснет, потом погаснет красный. И все повторится. Проанализировав данный сигнал, можно будет понять, с какой скоростью вращаются педали, в
каком направлении, а также понять, остановились они, либо продолжают вращаться. И таким образом мы сможем управлять осями нашего виртуального игрового контроллера. Руль для велотренажера будет сделан на базе старинного руля Genius. Единственная проблема данного руля заключается в том, что он имеет очень маленький угол поворота. А угол поворота руля в играх составляет до 900 градусов. И поэтому, чтобы решить эту проблему, я буду использовать вот эти вот рычажки дополнительные. То есть при движении на трассе можно будет пользоваться рулем. А для того, чтобы развернуться и вывернуть руль на больший угол, можно будет использовать рычажок. На данном руле уже есть 8 кнопок, есть уже разъем. Единственное, что все это придется перепаять. Для создания ощущения вибрации были использованы вот такие вот моторчики. Их я, разумеется, сниму. У меня обратной связи не будет. Ну и, соответственно, управляющую электронику, родную, которая была в данном руле, тоже придется снять. Вот как выглядит переделанный руль. Платы с кнопками я поменял, спаял свои. Потенциометры я заменил на сопротивлением 10 кОм, так как буду их подключать к аналоговым входам платы Arduino. И вот здесь я смонтировал такой разъем, который можно будет подключить с помощью вот таких трехпроводных шлейфов. Всего потребуется 4 штуки. У нас получилось здесь 12 контактов. Электрическую принципиальную схему данного устройства вы сможете найти на Яндекс.Дзене. Ссылка на статью будет в описании к этому видео. Вся электроника смонтирована на макетной плате с отверстиями. Здесь расположились плата Arduino Micro, которая будет выступать в операционной системе в качестве гейм-устройства. 2 потенциометра, 8 кнопок, разъем для подключения датчиков холла, разъем для подключения органов управления с рулевой колонки, дисплей 128 на 32, 2 светодиода, которые будут показывать работу датчиков холла. Это очень удобно для программирования устройства. Плата Arduino Nano используется в данном случае в качестве расширителя портов. То есть она у нас обрабатывает сигналы от датчиков холла и отвечает вот за эти вот 8 кнопок. Кнопки, которые находятся на самом руле, будут подключены непосредственно к плате Arduino Micro. На плате Arduino Micro очень хлипкий разъем USB, поэтому, чтобы в процессе эксплуатации его не отломить, я сделал крепление из 2 винтиков M3. Ну вот, пожалуй, все устройство. Всем спасибо за внимание и удачи!